К большому сожалению, не стало звезды сериала «Глухарь» Владимира Шинова. Несколько часов назад актер Денис Матросов сообщил в соцсети о смерти коллеги Владимира Шинова, на счету которого более 40 ролей в кино. Матросов при этом не стал уточнять причину смерти 54-летнего Шинова, но сообщил, что тот в последнее время серьезно болел и боролся за свою жизнь. Не стало Вовки, однокурсника Владимира Шинова, светлая тебе память. Вовка, тебе выпало тяжелое испытание, но ты держался, ты очень не хотел нас огорчать, лети к Богу, поделился Денис в личном блоге. На счету Владимира более 46 киноработ. Широкому зрителю он известен по ролям в сериалах «Склифосовский», «Глухарь», «Тихий Дон», «Мензаконе», «Джуна» и многих других.